беспрецедентно. Машина киллеров появилась у дома Немцова за 3 месяца до убийства. Белый ЗАЗ «Ченс» вычислили по штрафам. Снайперы не оплачивали парковку. Машина стояла в 30 метрах от места жительства политика. Ее нашли по камерам видеонаблюдения. По версии следствия, именно на этом авто передвигались преступники 27 февраля прошлого года, в день, когда и был убит Борис Немцов. На скамье подсудимых оказались 5 предполагаемых исполнителей преступления. Они обвиняются по статьям убийства и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Предполагаемым заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего офицера батальона «Север» Руслана Мухудинова. Ему уже заочно предъявлено обвинение. Он находится в международном розыске. Задняя. Задняя. Тормозная.